2024 год юбилейный. Исполняется 100 лет Славянскому району и 65 лет городскому дому культуры. В честь этих замечательных дат на большой сцене ГДК в течение всего года будут проходить сольные концерты лучших артистов и коллективов учреждения культуры. Приглашаем всех желающих посетить эти праздничные мероприятия. Восьмого февраля состоится концерт мужского ансамбля «Самородок». Для зрителей они подготовили программу «Самородок 35 лучшие». Вход свободный, начало в 18 часов. 29 февраля на сцене городского дома культуры выступит его солистка Анна Курская с концертной программой «Пою, значит, живу». Начало концерта также в 18 часов. Накануне Международного женского дня, 6 марта, со своей сольной программой «Музыку жизни я вам посвящаю» выступит певец Сергей Краснов. В его репертуаре песни о родине, любви и женщинах. Также в марте своим выступлением порадует славянцев вокально-инструментальный ансамбль «Шанс» с программой «Музыка на все времена». Концерт состоится 27 марта в 18 часов. В афише на апрель значится выступление солистки городского дома культуры Алены Демченко. 4 апреля она выступит с концертной программой «Без границ». 18 апреля своим творчеством порадует жителей певец Виктор Завьялов. Концертная программа «Музыка моей души» начнется в 18 часов. 23 апреля с программой «Ярче звезд» выступит любимый славянцами хореографический ансамбль «Ритмы планеты». А в июне всех приглашают на свое выступление артистки вокального ансамбля «Комплимент». Мы дарим людям искры вдохновения. Приходите, будет ярко, красиво и незабываемо.